Так, ладно, ребят, сейчас как раз найдем новую деревню и выучим пару новых заклинаний. Ребята, Анка, смотрите, какую крутую способность выучила. Ух ты, неплохо. Стоп. Ничего себе, слушай. А я тоже научился, смотри. Раз. Опа, Джек, а ты, я смотрю, опа, а я под твоей землей спрятался. Кстати, неплохая штука. Ты у нас будешь, короче, защитником тогда, а Юнь у нас будет просто бегуном. Нормально. Ух ты, даже больше земли поднял, чем раньше. Куски земли. Окей, у вас крутые способности, да, все такое. А я, между прочим, почти до максимума прокачал свою способность с прыжком. И, ребята, я не просто скоро прокачаю, я уже могу прокачать. Все, я прокачиваю, теперь у меня мега способность, которая позволяет мне прыгать множество раз. Теперь смотрите, что я сейчас могу сделать. Хоп! Я могу прыгать бесконечно. Или, ну не бесконечно, но двойной прыжок в воздухе. Круто. Хоп! Радус, ты фейерверк. Так посмотрите, я оттуда просто допрыгнул сюда. Это новый уровень. Только мана быстрее расходуется. А я одену градус, смотри. А где ты такую классную штуку купил? А я тут в Базинг-Сэ заходил. О, а кто знает, тот поймет. Ребят, а кто знает, что такое Базинг-Сэ? Жду ответ в комментариях. Ладно, значит, смотрите, ребят, какая наша сегодня цель? Я хочу выучить оставшиеся. Прости, Джек, я не до конца контролирую свои способности. Я хочу до конца выучить все свои способности хотя бы первого уровня и постепенно их прокачивать. Я еще не выучил вот эту способность, воздушный щит, которая будет защищать меня от урона, а также ускорение воздушного потока и воздушный взрыв там. Градус, подожди, я хочу попросить тебя о помощи. Что случилось, Юня? Я хочу вернуть свои силы магии льда, но для этого мне нужно вырвать сердце ледяного монстра. Вы поможете вдвоем? Ну, конечно, поможем, без проблем. А, я, кажется, догадываюсь. Догадываюсь, Джек, ты помнишь того ледяного монстра? Да, помню. Кстати, по поводу помощи, где Райм? А Райм что-то баловался со своей магией огня. Я его запер в ветряной клетке выше облаков. Посидит там, подумает о своем поведении. Рано или поздно все равно его выпущу. Живем себе, живем. Каждый как может. То он под землей, то на небе. Бедный Райм. В следующий раз, Юни, будешь ты его наказывать. И наказание будет ледяная клетка. Неплохо. Юни, ты помнишь, где этот ледяной монстр? Они водятся в снежных биомах. Нужно отправляться оттуда. Туда. Или туда. Ну, я не знаю. Короче, смотрите, я как маг воздуха все-таки могу быстренько прошерстить эту территорию. Да тем более со своей новой улучшенной способностью двойного или тройного или четверного прыжка. Блин, ну четкие способности, слушай, я бы тоже хотел так прыгать. Ничего, Джек, ты, кстати, скоро тоже должен, по сути, обучиться своей магии, как в прошлые добрые старые времена. Побежали хотя бы какую-то деревню пока что найдем, а то стоим на одном месте. Кстати, своего бизона Апу я оставил в одной из деревень, чтобы он там отдохнул. Там, короче, много сена я ему оставил в итоге. Потому что у него еще не получается ввести нас всех одновременно, надо его вырастить, чтобы он стал побольше. И тогда мы сможем путешествовать на нем все вместе. Придется к мне кротов искать. Тогда ладно, ребят, вы можете остаться в какой-нибудь ближайшей деревне, а я отправляюсь на поиски ледяного биома. Как только найду, сразу вам скажу и туда отправимся. Что ж, ребята, мы наконец-то находимся в снежном биоме. Юни, как там выглядят твои монстры? А, стоп, а что я спрашиваю, если я знаю? Осталось только их найти. Только будьте аккуратнее, потому что их тут очень много. Они, конечно, ходят по одному, но их очень-очень много. Ой, Джек, спасибо, что ты меня скинул. Так, ладно, тогда пойдемте на разведку. Вроде бы они как там называются? Ледочрев, если... О, да, я угадал. Я вижу его, Юни. Ой-ой-ой-ой, аккуратней. Подождите секундочку. Я вижу еще иглу. Давайте зайдем туда. Будь осторожен. Да-да-да, пока что не спешите нападать на этого ледочрева. Вы догоняете? Да-да, мы идем. Мы просто медленно, как черепахи, по сравнению с тобой. Окей. И как вы думаете, здесь будет тайный проход? О. А че? Давайте спустимся. Слышу зомби. Не понял. А, это так темно, и вас не видно просто. Привет, ребята. Обычный житель и какой-то... Свиток ледяной магии, Юни, это для тебя! О, даже мне пришлось его убивать. Так, Юни, ледяная магия уникальна только для тебя. Ей может использоваться только ты. Отлично. Так, золотое яблоко, взрывное зелье слабости, лечить мы никого не будем. Поэтому до свидания, ребята. Мы валим отсюда, валим. Мы свое получили, это ледяной свиток магии. Юни станет еще сильнее. Грас, тут неспроста этот пузырек и золотое яблоко. Мы должны я были знаю, вылечить. Да. Мы могли вылечить этого жителя, но... Фиг с ним. Да, фиг с ним, все так. Погнали куда-нибудь еще попутешествуем. А, я забыл. Нам же нужно командными силами убить ледочрева. Фу, у него пузырь. Да, иначе я не смогу выучить способность. О, я нашел выдра пингвинов. О, давайте на них поедем. Мы поедем, а ты полетишь, градус. Я хочу посмотреть, разведать обстановку. Здесь есть еще ледочрева, но вот появился ник одного из них. Два! Тут два рядом ледочрева. Ребят, будьте аккуратны. Фу, гад. Нашел, идите ко мне. Давайте этого убьем. Лечу со всех пор. Вот, они прям впритык друг к другу, аккуратнее только. Я одного только потяну. Опа, да, на самом деле нам бы хотя бы одного потянуть. Мы не факт, что еще потянем. Юни, ты где? Нам понадобится твоя новая магия льда. Я еду, так мне ее нужно изучить сперва. Кавабанга! Джек, подожди, нет, не лезь, Джек! Грязный червь.
На. Ладно, помогаем, помогаем, нападаем. Хопа. Ах ты, я заряжаю его магию. Что? Он меня заморозил. Бьем его, бьем, сзади. Я запускаю в него магию и откину его. Получай. Снежником. Ой, я снова заморожен, ребята, выручайте. Я пытаюсь уворачиваться от его атак, давайте. Сейчас минус Юни, а он на тебя бежит градус. Я должен убежать с помощью своей магии. Убегаю, пока он тебя задрю, мы его убьем. Да, давайте я... Опа. У нас получилось. Да. Я напал первым, но бил он тебя. А нет, Юни, не надо нас замораживать. Ну, молодец. Заморозь меня, заморозь. Я прошу, ломай меня. Ой, ломай меня полностью. Ломай. Отмороженная, я бы сказал. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты сможешь. Ребят, у вас есть перекус? Мне нужно перекусить. Слушайте, если мы одного так легко убили, давайте и второго прибьем. Давай. У меня, кстати, две штуки выпали. А, нет, это одна забаганная. За Орду! За Альянс! А почему? А вот потому, не знаю, за Альянс. Где-то там еще был один... О, ледочрева вижу, смотрите. И опа, получай ледочрев. Опа, получай лезвие. Он не просыпается. О, вот попал. Все, я побежал, мне все равно. Поддевает. Давайте, ребят. Так, ребята, давайте сражаться. Я уже могу улучшить свой воздушный шар. Я его немножко прокачал. Получай лезвие. Кто его толкнул? Это я его так толкаю. Не бить неудобно его. Окей, хопа. Он в воде, он слабее, Юни. Если бы ты могла свою магию воздушную еще использовать. Точнее, не воздушную, а ледяную. Он будет... Ой, Джек умер. Юни, убегай. Убегаю. А, нет. Я его отталкиваю как могу. Ой-ой-ой, меня заморозили под водой. Лед. Давайте, пока солнце еще не село, давайте сразимся с ним. Давайте, я пришел обратно. У меня, правда, уже чи заканчивается, и не могу нормально колдовать. Он отвлекся на вас, я бью спину. Я бью магией. А я по попке его. Он реально затупил, он ничего не делает. Бейте, его можно мечом бить. На! Воздушный шар довольно много наносит. Бейте. Ребят, мне надо отбежать. Ай. Он вас двоих убил, что? Так, ребята, вы, я не знаю, через сколько вам получится до меня добраться, но... Так, свиток универсальный, свиток воздушной магии. Ребята, дело дрянь, но мне придется с ним, видимо, сразиться один на один. Так, где я прокачал воздушный шар? Беру свиток, ставлю сюда, и что я получаю? Значительно повышает урон. Ну что ж, мы с тобой сразимся один на один. Только нужно дождаться утра. Алэмбула. Так, все, день, получается у нас битва. Правда, чи у меня не бесконечная, но я уже смог немножко восстановить. Упрыгиваем! Он колдует своей магией, от которой мне постоянно приходится уворачиваться. Так, воздушный бросок, воздушное лезвие. Только его наполовину отталкивать. Ты даже не подойдешь ко мне. Ребят, как вы так умудрились умереть? Эх, видимо, зря мы так близко подошли. Папа, ой-ой-ой, кстати, по поводу близко, я тоже впритык к нему подошел. Он меня заморозил и на дно океана просто закинул. Так, надо валить отсюда, надо валить. Воздушная магия. Ой-ой-ой, он догоняет, он довольно быстрый. Нет, я не смог увернуться. Я сейчас умру. Убегаем. Мне просто страшно. Валим. У этого ледочлева осталось меньше четверти здоровья. Фух, он пропал из видимости. Так, мне надо перекусить хотя бы яблочком. Не знаю чем. Ребята так едой не поделились, но я сейчас справлюсь. У меня есть морковки. Он до сих пор преследует меня. Получай. Ребят, что вы там идете? Ай! Он сейчас меня снова заморозит. Ребят, аккуратнее. Сейчас так сильно шар пролетел. Так, он к нам идет. Ну что, народ, погнали. Градус, я мчу. Опа! Я так рад, что вы пришли, ребята, аккуратней. Ай-яй-яй-яй, он еще дышит. Убью. Он еще дышит льдом. Молодцы, ребята, мы справились. Это второй сегодня. Ну, правда, этот был посложнее, чем первый. Теперь можно наконец-то изучить магию. Кстати, в этих боях я даже немножко попрактиковался. Могу выучить еще несколько заклинаний. А, и еще, если вам кому-то нужно сейчас. О! Я спряталась. А мы тебя сейчас достанем. Ой! Не такой уж и прочный твой ледяной шар. Я действительно неплохо попрактиковался, поэтому сейчас выучу несколько новых способностей. Как насчет использовать универсальный свиток и прокачать немного магии. Опа! Воздушный шар. Ай. Хопа! Уходи. А ты меня не пробьешь, когда у меня воздушный шар. Попробуй. Это нечестно. У Юни не пробивается, а у тебя нет. А ты просто отлетаешь. Смотрите, я просто иду на вас. Этим мне приколен мой воздушный шар. Правда, он немножко лагает как-то странно. У меня еще плавное падение, когда я вот с нем. Да что за читерская способность? Ай, все, Юни, ты пробила мне с помощью магии. Давайте лучше покатаемся на выдро-пингвинах и отдохнем от того, что произошло. Какой-то слишком сильный маг воздуха. Вообще, магия воздуха слишком сильная. Ну, каждого магия по-своему уникальна. По крайней мере, у меня нет особенности магии. Ай, нет, что вы делаете? Ха-ха! А я, кстати, там еще какую-то способность изучил. Надо будет ее улучшить. Неужели это? Нет, это не воздушный шар. Это, наверное, градус, лезвие. Не упади, сейчас будет фиаско. Перезарядка ускорена вдвое. Опа, прокачаем. Блин, я уже намного сильнее прокачался. Так, ой, Джек, что ты творишь? Я тебе говорю, сейчас будет фиаско. Никуда я падать не собираюсь. Давайте выбираться из этого снежного биома. Я уже замерз весь. А знаешь, что я хочу сказать тебе? Градус. Что такое? Скоро полнолуние.
А ко мне вернулись силы. Юня, у тебя только сила заморозки. Сила крови у тебя отсутствует. Сила крови у меня в крови, так что не надо. Мне еще нужно будет сегодня Аппу встретить. Ребят, все, деревня недалеко. Давайте, добегаем до нее и можем спокойно себе отдохнуть, попрактиковаться в нашей новой магии. Добро пожаловать в нашу деревню земли, в которой мы можем немножко отдохнуть. Неправильно. Это деревня песка. Ну ладно, деревня песка. Кстати, Джек, ты в курсе? Джек, слайс! Я казачок. Ты маг земли, успокойся. Ладно, ребят, все, я предлагаю тогда разойтись нам пока что позаниматься своими делами, кто там чем. Плачешь. Знаешь, обидно. Я, конечно, рад за Юни, но я не восстановил силы, в отличие от нее. Так, вперед, что тебе мешает, земля песка? Ой, ты что творишь? Сейчас я раскидаю твои блоки налево и направо. Мне придется кротов искать, кротов. Опять под землю зарываться, что ли? Кстати, ты в курсе, что у тебя есть еще особенная магия? Это магия зыбучих песков, если я не ошибаюсь. Я еще никогда не видел ее в действии, так что это будет очень уникально и прикольно. Не колдуй на меня так. Держи парочку уникальных свитков, кстати, по поводу парочки. У меня уже закончились свитки, это последний свиток. А по поводу улучшенной магии земли, я не знаю, честно, как ее изучить. Это вот мне придется кротов искать, я же говорю. Спасибо, Юни, за рыбку и за цветочек. Мы тебя за это любим и ценим. Кротов искать, кротов. Зарываться по землю, что ли? Короче, ребят, давайте так, мы наберем 10 тысяч лайков под этим видосом, и тогда найдем Джеку учителя по магии земли, и тогда он сможет, наконец-то, как старые добрые, закапываться под землю и вызывать огромные скалы. Ой. Юни, нет, что ты делаешь? Юни, за что? Магия воздуха! Бей, не жалей. Юни, я тебя случайно прибил, да? Да. Давайте перед тем, как учить Джека все-таки магии, покажем, что мы выучили за то путешествие, пока мы сражались с этими ледочревами или чем-то вот типа того. В этой же деревне еще есть маги, с которыми мы не торговались. Так что как насчет того, чтобы найти их? Хорошо. Давайте поторгуемся, а потом перебьем их всех. Я всегда так делаю. Маг воздуха, здравствуйте. Пожалуйста, дайте мне свиток. Спасибо, дали мне свиток. И я выучу еще одно заклинание на сегодня, которое я хотел. Это взрыв. Перебьем их всех. Ты не убивай мага воздуха. Джек, я сейчас эти... Свиток. Повторю, то же самое, что и Райму. Не убивай. Таким образом, портим наш торговый рейтинг. Джек, не убивай. Сколько раз, иначе я тебя тоже буду убивать. В деревень в Майнкрафте много. Но все равно, я же говорю, портится наша репутация. Так, ладно, взрыв я выучил. Надо теперь как-нибудь сделать так, чтобы это все сработало. Давайте на каком-нибудь магии огня потренируемся. Мага огня мне не жалко. Так, становимся в центр и... Взрыв! О, реально неплохо. Получай. Ой-ой, что-то ты мне много урона наносишь. До свидания, до свидули. А, я его убил. О, из него выпало 2 свитка. Универсальный и свиток магии огня. В следующей серии я еще намного больше прокачаю свои способности. Я думаю, да такими темпами уже и можно будет выучить полностью одну магию и перейти уже на вторую. И практиковаться в области прокачки аватара. Не знаю, правда, как это сделать, но я очень хочу стать аватаром. Ну что ж, ребята, на этом наша серия подходит к концу. Такие у нас приключения. Мы помогли Юне снова прокачаться намного сильнее. Джек, не забываем, 10 тысяч лайков, и мы уже обучаем Джеком прокачивать магии земли, а со временем, надеюсь, как-нибудь я смогу выучить остальные виды магии. Всем спасибо за просмотр, йо, чё, пока! Пока! Всем кря!